Всем привет! Сегодня готовлю вергуны на кефире по рецепту моей бабули. Готовятся очень просто и из обычных продуктов. Получаются мягкими, нежными, пышными и очень вкусными. Состав рецепта вы также можете посмотреть в описании под видео. В муку добавляем разрыхлитель и просеиваем. В глубокую миску разбиваем одно яйцо. В сахар добавляем ванилин, перемешиваем и добавляем к яйцу. Добавляем кефир, соль. Все хорошенько перемешиваем до однородности. Добавляем 400 грамм просеянной муки с разрыхлителем. Замешиваем тесто. Сначала в миске, затем на столе. По надобности добавляем немного муки, но немного, иначе вергуны не будут мягкими и пушистыми. Тесто получается мягким, слегка липнет к рукам. Кладем тесто в мешочек и убираем в холодильник на 30 минут. Прошло 30 минут. Тесто обваливаем в муке и раскатываем пласт теста толщиной 1 см. По надобности присыпаем муку, чтобы тесто не липло. Пласт теста разрезаем на полоски примерно шириной 3 см, длиной 6 см. Делаем в середине полоски надрез и выворачиваем край полоски. Поправляем. В сотейник или кастрюлю наливаем растительное масло, так чтобы вергуны плавали в масле. Разогреваем и опускаем вергуны. Жарим до легкой румяности с двух сторон, примерно по 1 минуте с каждой стороны. Выкладываем готовые вергуны на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Вергуны готовы, можно подавать к столу. Они получаются пышные и очень вкусные. С молоком просто объедение. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения.